Самый простой рецепт бисквита. 3 яйца, пол чайной ложки соли и 120 грамм сахара. Молоко 50 миллилитров. Комнатной температуры, не холодное. Растительное масло 3 столовые ложки. Мука 150 грамм, ванилин, разрыхлитель, чайная ложка. И все это перемешиваю прямо миксером. Если добавляете разрыхлитель, то можно себе это позволить. Долго взбивать не нужно. Если видите, что сухой муки уже не видно, значит тесто взбито достаточно. Это количество теста можно выпекать в круглой форме, большого размера, 24-26 сантиметров диаметром. Я буду выпекать на противне, 28 на 30 размер. Тесто получается жидковатое. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекать минут на 10-15, в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов. Выпекался ровно 15 минут. Только что вытащила из духовки. И даю ему полностью остыть. Очень простой крем для торта. Буквально из нескольких ингредиентов основных. Это сахар 150 грамм. Ванилин. С загустителем будет работать манка. 3 столовые ложки. Крем на манке будет очень вкусный. Манка совершенно не будет ощущаться в креме. Не бойтесь манку как загуститель использовать. С манкой получается самый вкусный крем молочный на свете. Молоко 500 миллилитров. Ставлю крем на плиту. Варю крем на среднем нагреве, постоянно помешивая. Вот он уже начинает закипать. Хорошо закипел, я уменьшаю нагрев до минимального. Уменьшила нагрев до минимального и провариваю 1-2 минуты. Заварная часть крема готова. Посмотрите, какая получилась такая жидкая манная кашка. Я проварила 3 минутки. Можно проварить дольше, чтобы меньше крупинки ощущались, но их и так не будет видно в креме. Такая по консистенции получилась. Накрыла пищевой пленочкой в контакт, чтобы постоянно не помешивать и чтобы не образовалась сверху корочка. И оставляю остывать до комнатной температуры. Низ бисквита. А это верх. Снимаю с сахарной корочкой. Получилось у меня 4 коржа. Смотрите, какой получился. Очень нежный. Сливочное масло 150 грамм. Комнатной температуры и заварная часть крема. Она уже остыла, тоже комнатной температуры.
покажу консистенцию крема. Остается только взбить. Весь крем разделила на три равные части, поскольку у меня 4 коржа, верх торта у меня будет заливаться отдельной глазурью. И немножко оставила на украшения по бокам и сверху. Коржи можно пропитать. Крем не очень стабильный, но в процессе застывания он очень хорошо стабилизируется. Если хотите сразу крем более стабильный, добавляйте масло не 150 грамм, а 200. Торт постоял 2 часа в холодильнике. Сверху я залью белым шоколадом. Белый шоколад 100 грамм и 50 миллилитров сливок. В микроволновке растопила. Какая нежность. Я попробовала торт, но просто нежнее нежного. Настолько вкусный крем, настолько влажный, пропитанный, нежный коржи. Это просто сказка какая-то. Всего 2 часа он стоял в холодильнике. И такой вкусный. Но этот торт на следующий день будет еще вкуснее.